С приходом весны в Кашхамском районе возобновились работы по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. По распоряжению главы администрации района еженедельно работникам бюджетной сферы района производится очистка лесополосных насаждений. В предыдущем сюжете мы рассказывали о проделанной в рамках субботника работе. На этой неделе также был организован «Чистый четверг», в котором приняли участие работники администрации района и сельских поселений, а также сотрудники организации учреждений предприятий района. В этот день мы побывали в Дмитриевском и Герухайском сельских поселениях. Участниками мероприятия было собрано большое количество мусора. В Герухайском сельском поселении администрации были приобретены контейнеры для мусора и расставлены по территории поселения.